Машина не заводится, стартер не крутит. О, пиздец, вот смотри. Зеленая выгнила. А, в общем, ничего в этих местах не меняется. Все, готовьте эвакуатор. Друзья, немногие знают, но я очень обожаю животных. У меня у самого два кота. Иногда приходишь из гаража после ремонта Мерседеса, весь такой уставший, хочется расслабиться. Я захожу на канал Галерея Муркина, где очень милый котик Муркин вместе с его друзьями, пандочками, щенятками, гепардиками снимает для вас обалденные видео, где мимимишность просто зашкаливает. Поэтому, друзья, это отличный способ для того, чтобы расслабиться, наполнить свою жизнь радостью и забыть о проблемах, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Так что, друзья, заходите на канал Галерея Муркина. Там, кстати, есть новое новогоднее видео с очень интересным концом. Также этот котик приготовил для вас специальные календари, которые вы можете скачать по ссылочкам в описании. Можете обвесить ими комнату, поставить на рабочий стол. В общем, потом отпишитесь обязательно в комментариях, насколько вам понравился этот канал. В общем, а мы продолжаем. Ну и сейчас я еду, дружище позвонил, у него C180 на автомате, если видели вы в обзоре. В общем, стал он, машина не заводится, стартер не крутит, на приборке гирлянда. В общем, сейчас поедем смотреть его, спасать. Автомат же нельзя тянуть, понимаете? Если бы это была механика, можно было бы с толкача завестись, как у меня, да? Или притянуть хотя бы на трассу. Автомат нельзя, потому что можно на коробку попасть. А как автомат с толкача заводить, я тоже не знаю. Вот, поэтому сейчас посмотрим вообще, в чем проблема. Надеюсь, решится малой кровью. Если нет, тогда придется вызывать эвакуатор. Так, ну что, где наш тут брат стоит? Замерзший. Вот они стоят. Ой, блин. Что у тебя тут, блядь, случилось? Ты-то пиздец какой-то. Ты что, дурак, снимаешь? Не смешно, блядь. Дорогие, так я не смеюсь, блядь. Пробуй. Видишь, как свет горит хорошо? А, ну это у тебя либо заклинил стартер, либо... Попробуй закрой и открой. Okay, вот даже сейчас автозапуск будет. Ну. Что-то щелкает, понимаешь? Так, давай смотреть тогда, пойдем по наименьшему сопротивлению. Надо смотреть тогда предохранитель. Так. Тут вроде, блядь, все нормально. Подожди-ка. Так может это проблема с сигналкой? Притащили мы в гараж, ехали, вообще там жесть, короче, жесть. У меня пол багажника. Багажник, вот, смотрите, пиздец, он, блядь, разорвался практически. О, пиздец, вот, смотри, у меня этот аккумулятор, блядь, просел. Ебануться! Да ебануться! Вообще компрессор тянет. Но видите, зато машина чистая у него. Да. Короче, не смогли мы автомат с толкача завести. Не получается. Сейчас мы заедем в гараж, посмотрим. Может там провод отгнил какой-то. Если да, тогда малой крови. Если нет, придется стартер новый покупать. Или машину. Вот и все. Так что все, загоняем с толкача. Это вообще жесть просто, нас все там проклинали, а BMW-сты ехали, короче, снимали нас. Наверное, скоро будут демотиваторы в интернете про немецкую надежность. Но брат брата вытягивает, понимаете, эшкере. Сейчас, короче, кроссфит будем. Я обвязываюсь вот этим тросом и пытаемся затащить машину в гараж.
Шок-контент, смотри до конца. Одна лошадиная сила! АМГ! Я! Сука! Она едет! Я тащу, блядь! Охуенно! АМГ сила! Короче, смотрите, подлез. Вот, смотрите, силовой провод. Какой ржавый, жесть! Вот наш брат бездыханный Мерседес, который мы сегодня должны оживить. Вам для этого понадобится вот такая вот клемма обязательно силовая, купите. Вот, и провод нормальный, такой плотный. К примеру, тут был в сабвуфере. К примеру, вот такой вот, чтобы был изолированный и была толстая жила. Потому что он будет испытывать большую кратковременную нагрузку, будет греться, поэтому он должен быть хороший. Но мы будем использовать, конечно, два. То есть мы две жилы пустим, чтобы уменьшить тепловые нагрузки. Ну вы поняли, короче, вы ж не тупые, блядь. Для начала вам надо этот силовой провод снять. Он снимается очень интересно, потому что, во-первых, он прикручен к стартеру одной. Ты моргаешь. Это... Одной, значит, частью он прикручен к стартеру, там идет, его надо снять, получается. С другой стороны он прикручен к кузову, проходит насквозь через колодку специальную, и вам, возможно, надо будет половик снимать, если он не открутится таким образом. Чаще всего эти все клеммы ломаются, рассыпаются и в очень плохом состоянии. Поэтому для начала мы снимаем провод, вот этот силовой, чтобы он у нас оказался в руках, и мы могли его нормально сделать. Вообще новый, он стоит порядка $30. Ну, вот эта клемма стоит $3, да? А провод силовой стоит порядка $30. Поэтому, ну, смысла мы его нового, конечно, нет покупать. Поэтому будем колхозить своими руками. Скидываем аккумуляторную клемму и выворачиваем этот болт. Не факт, что он у вас просто так вывернется. Если нет, второй человек должен, или вы должны сами подкинуть снутри под половиком, там, короче, винтик увидите. Будете его, короче, контргайд. Видите, состояние провода. Как только начал его откручивать, видите, зеленое выгнило. Какой тут может быть нормальный плюс? Какой тут может быть нормальная работа стартера? Никакой. Ну, как всегда, все не откручивается, все ломается. В общем, под педальной частью тоже надо всю колодку снимать, потому что болт прокручивается. Все болты тоже ломаются, все такое же дырявое, как и у меня. В общем, ничего в этих местах не меняется. Если вашему Мерседесу 20 лет, 25, покупайте эту клемму, готовьтесь, короче, к тому, что вы можете не завестись. Но если вы на ручной коробке, вы еще доедете до гаража, потому что вы с толкача заведетесь. А если вы на автомате, все, готовьте эвакуатор или как минимум друга, который будет спасать. Вот, смотрите, это коса сюда, надо нарастить провод. И потом закрутить сюда вот на этот болт клемму новую нашу. Провод надо будет обжать провод или пиздануть по нему молотком, чтобы он сам обжался. Вот выбили, короче, мы вот этот болт, который насквозь проходит. Вот тут есть грани, сюда накидываем головку и откручиваем вот этот закисший, загоревший болт. Его надо обязательно открутить. Открутили, посмотрите, какая клемма. Вот это раньше было клеммой. У вас такой же контакт. Какой тут может быть контакт нормальный на стартере? Объясните мне. Смотрите, вот такое вот решение. На клемму взяли, закинули туда провода, оголили и долбанули с двух сторон молотком. Таким образом мы поджали. И теперь эту клемму накидываем на наше место. И вот этими тремя проводками прикручиваемся к силовому кабелю, который идет к стартеру. И плюс сюда еще гофру. Мы купили, накинем гофру. Так, смотрите, друзья, вот у нас клемма, видите, мы тут заизолировали, сейчас сюда еще вот эту гофру накинем, купили, тут поджали, везде тут поджали, минус у нас тоже обломался, вот тут пытались выкрутить, мы его сюда, короче, через шайбочки накинули, и сейчас будет пробный запуск, давай, посмотрим, было ли с нашей работы смысл. Ура! Это просто охуенно. Вот оно что! Я не знаю, пацаны,
Как вообще она на соплях этих заводилась, но это победа. И помните, что зачастую проблемы заключаются вообще в мелочах в этих машинах. Поэтому следите, чтобы у вас вот этот силовой провод был в хорошем состоянии. Если машина будет не заводиться, стартер не крутить, прежде всего лезьте туда и смотрите, в каком состоянии у вас силовой провод. Так что, друзья, если понравилось, подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. Увидимся в новых видео. Мерседес будет жить.